понять и убедиться в том, что атака, Бакаев, удар и гол! Ну вот, собственно, первая по-настоящему такая быстрая атака получилась по левому флангу. Лука Джорджевич отдал в центр, где Горбатенко стал соавтором этого гола. Ну и уже Бакаев замкнул эту передачу и великолепно отправил мяч в дальний угол. Ну и обратите внимание, как хорошо Джорджевич отклеился от своего оппонента. Небольшая скидка от Горбатенко и шикарнейший гол в исполнении Зелимхана. 1-1, и уже поинтереснее будет наблюдать за этой игрой. Продолжу я тему Кадири. Вот...